Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Пранкстер, и сегодня в данный ролик я хочу посвятить тем, у кого дома есть Powerbank, независимо от того, какой фирмы, какого объема. Если у вас есть Powerbank, даже не обязательно такой, как у меня, кстати, от Samsung S10e, то есть он беспроводной на 10 тысяч мА, но это не суть. Суть в том, что проверьте свой Powerbank, проверьте, потому что я сниму об этом отдельное видео. Из-за плохого пауэрбанка, качества плохого, да, я уничтожил, можно сказать, 4 геймпада. 4 геймпада мне удалось испортить. Из-за плохого геймпада. Ой, из-за плохого пауэрбанка. Итак, смотрите, как проверить. Покупаете где-нибудь там на Яндекс.Маркете, на Озон.ру, еще где-нибудь цифровой тестер. Цифровой USB-тестер. Здесь находится вольтметр, амперметр и миллиамперметр в час. Короче, смотрите, подключаете его. Этот я не покупал, поэтому не могу. Это старенький, моего знакомого. Очень-очень старенький. Ему уже лет 20. Но смысл в том, что подключаете к... Покупаете сначала, потом подключаете. Сейчас. Опа. Подключаете. Сейчас я вам расскажу, какие тут должны быть параметры. Тут загорается окошко. Вольт должно быть от 4,9 до 5,2. Сейчас видите 5,18, 19. Это в принципе норма. Амперы нам сейчас не столько важны. Здесь просто сила тока. То есть понятное дело, что по аэробанку он будет медленно заряжать. Там в принципе 1 ампер будет. Вот. Ну, может быть, у вас 2, я не знаю. Вот. Но смысл в том, что если здесь будет меньше 4,9, то банка, ваш Powerbank, будет заряжать долго. Но это не критично, то есть он просто дольше будет заряжать. Если больше 5,2, то есть, например, 5,3 там, или 4, вот, то это означает, что ваша плата, то есть, допустим, вы заряжаете тот же геймпад, плата на геймпаде перегреется и просто перегорит за какой-то... или испортит аккумулятор самого геймпада. То есть смысл в том, что обязательно следите. Понятное дело, что сейчас, ну, пик, можно сказать, 5,19, 18. Но сейчас я попробую подключить, допустим, ну, допустим, те же самые часы. Сейчас, секунду. Так вот, я подключил часы. Вот они, пошли зарядка. Понятное дело, что показатели упадут. Сейчас пока... 5 сотых ампера сила, 7 сотых, ну чуть-чуть упало, как бы все на там, а или нет, 5,18, ну короче не суть. То есть давайте попробуем подключить телефон. Так, вот я сейчас подключил, сейчас вот смотрите, сейчас я буду подключать к телефону, вот смотрите. Зарядка пошла, ох, ничего себе, вот это скачки. 8,89, это вообще сразу отключайте. То есть таким Powerbank'ом не заряжайте вообще ничего, то есть он испорчен. Ну, так как у меня здесь еще есть второй способ зарядки, вот fast charge, то есть это беспроводная зарядка, попробуйте. То есть я буду все назаряжать вот, хотя бы на беспроводной зарядке. Я не буду пробовать заряжать от этого геймпада еще что-нибудь, потому что может реально перегореть телефон или девайс, набухнуть аккумулятор, он у меня пузатым стал на геймпаде. Вот. Кстати, с него я заряжал и геймпад, и наушники, оригинальные от Sony. Наушникам ничего, а геймпада 4 штуки выкинул. Вопрос почему? Потому что... На наушниках, возможно, дополнительные платы предохранителя, возможно, там какие-то дополнительные меры безопасности, то есть Sony вставили, а какие-то девайсы, короче, могут выдержать, какие-то девайсы не могут. В общем, может быть, там какая-то резервная плата есть. Я как бы в этом не сильно не шарю, но смысл в том, что обязательно купите свой. Просто пусть у вас он дома будет, он стоит там рублей 500, наверное, я посмотрел так, краем глаза, вроде и 300 есть, вот. Купите и не пожалеете. Обязательно проверяйте свои Powerbank'и. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В начале видео, если вы можете сейчас перемотать самое начало видео,
Там будет подсказка в верхнем правом углу. Подсказка на плейлист про девайсы, технику и прочее. Обзоры, распаковку и прочее. Вот, поэтому обязательно переходите в плейлист. Все, всем большое спасибо. Всем пока. С вами был Пранкстер.